мяч в ворота Химок забил Михаил Грачев, номер 7. Мяч в ворота Химок забил Арсений Калюнов, номер 9. Yeah.
Мяч в ворота Химок забил Даниил Думомолян, номер 19. Составе ЦСКА произошли замены. Вместо Глеба Алинина, номер 1, и Арсения Каренова, номер 9, на поле вышел Георгий Зубакин, номер 18, и Ярослав Горисов, номер 99. Yeah.
Цеська вперед! Мяч ворота ЦСКА забил Федор Дубачевский, номер 18. Мяч в ворота Химок забил Лаврентий Артемьев, номер 14. Yeah.
Мяч в ворота ЦСКА забил Андрей Пчела,
номер 19.